Всем доброго дня! Я очень рада вас сегодня приветствовать на канале «Вяжем крючком» с Ольгой Головатой. А также к тем, кто интересуется вязанием спицами, я приглашаю вас посетить мой параллельный канал, там, где мы с вами вяжем спицами. Ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим видео. Сегодня я вам приготовила вот такой вот прекраснейший узор. Узор очень красивый, вяжется не очень сложно, но требует некоторой кропотливости. Таким узором прежде всего я бы, наверное, связала красивый летний ажурный кардиган. Также можно связать юбку таким узором. Очень хорошо этот узор подойдет к вязанию шали. Но можно придумать еще очень много. И вы тоже сами пофантазируете и придумаете, что можно было бы еще связать таким узором. А мы сегодня с вами разберемся, как он вяжется. Узор у нас состоит из трех арочек и четырех рядов в высоту. Этот образец, девочки, я связала из тоненькой акриловой пряжи. Сейчас я вам ее покажу. Это у нас Alize Forever. 100% микрофибра. Конечно, такие узоры можно вязать из любых других пряж. Хорошо сюда подойдет и вискозная пряжа, и шелковая пряжа. Ну а образец мы с вами будем вязать из пряжи потолще, тоже из акрила, просто чтобы вам было виднее в камере. Как я вам уже сказала, наш раппорт состоит из трех арочек. Две большие и одна маленькая. Начинаем мы с большой арочки. Делаем первую петельку, провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 накида на крючок. И из исходной петельки провязываем столбик с 3 накидами. И замыкаем вместе эти две петельки. Теперь провязываем, делаем маленькую арочку, 3 воздушных петельки, 1 накид на крючок, и опять из исходной петельки за 2 дужки подхватывая, мы провязываем столбик с 1 накидом. И третья арочка у нас снова большая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 накида на крючок. И из исходной подхватываем за 2 дужечки. Мы вяжем столбик с 3 накидами. И закрыли. Вот это есть раппорт нашего узора. Я сделаю еще одно повторение, чтобы нам было видно, что мы вяжем. А вы можете набирать, повторяя вот эти вот раппорты, на ту ширину изделия, которая вам будет нужна. Я набрала на 2 повторения узора. У меня получилась большая арочка, маленькая, большая. Большая арочка, маленькая, большая. И отсюда мы начинаем вязать уже сам наш узор. Вяжем 1 воздушную петельку. Возвращаемся в первую петельку по 2 дужки и провязываем столбик без накида. Мы оформили наш поворот, наш уголочек. Теперь провязываем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И из-под маленькой арочки мы будем вязать пышный столбик на 3 накида. Делаем накид, вытягиваем петельку, накид второй, вытягиваем петельку, накид третий и вытягиваем петельку. Провязываем все эти петли и соединяем с ведущей петлей. Теперь вяжем 3 воздушных петельки. И из-под этой арочки, из-под этой же маленькой, мы снова вяжем такой же пышный столбик.
Теперь мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И между большими арочками в петлю соединения мы провязываем столбик без накида. Мы закончили первый раппорт. Теперь делаем повторение. Опять провязываем 5 воздушных петель. Из-под маленькой арочки вновь вяжем пышный столбик. Три воздушные петельки. Снова вяжем из этой же маленькой арочки пышный столбик. И снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем теперь столбик без накида в нашу последнюю угловую петелечку. Подхватываем вот так вот одну дужечку. Вот она. И вторую дужку. У нас тогда не будет в уголке дырочки. Провязываем столбик без накида. Мы с вами связали первый ряд на 2 повторения, первый ряд в высоту. Теперь вяжем воздушную петельку, разворачиваемся и вяжем второй ряд. Возвращаемся в первую же петельку, провязываем столбик без накида. Под большую арочку мы теперь вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В арочку между пышными столбиками мы вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И опять в большую арочку мы повторяем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В соединение арочек мы провязываем еще один столбик без накида. И повторяем наш раппорт. Вяжем опять 6 столбиков без накида. 5 между пышными столбиками. И под большую арочку мы опять вяжем 6 столбиков без накида. Провязали. И теперь делаем последний столбик без накида в нашу угловую петелечку. Мы с вами связали уже второй ряд нашего раппорта. И сейчас мы перейдем к третьему. Вяжем 3 воздушные петельки подъемные, разворачиваемся. Теперь у нас 2 воздушные по узору. И пропуская большую арочку, мы будем сейчас вязать пышные столбики, попкорны из каждой петельки над малой арочкой. Мы делаем 2 накида на крючок. Заходим в первую петельку и провязываем столбик с 2 накидами, замыкаем его. Из этой же петельки еще раз столбик с 2 накидами. Из этой же петельки снова столбик с 2 накидами.
и еще один четвертый столбик с двумя накидами. Теперь оставили эти петельку, зашли в начальную, откуда мы начинали вязать столбики с двумя накидами, подхватываем оставленную петельку и протягиваем ее через начальную. У нас получается попкорн из столбиков с двумя накидами. Теперь мы вяжем одну воздушную петельку и переходим, вяжем такой же попкорн из следующей петельки. Два накида на крючок. Провязали 2 накида на крючок, провязали столбик с двумя накидами, третий столбик с двумя накидами и четвертый столбик из этой же петельки с двумя накидами. Оставили петельку, зашли над первым столбиком, подхватили петельку и протянули ее, сделали протяжку. Одна воздушная петелька. Продолжаем со следующей петельки, с третьей. Опять делаем попкорн. Раз. Два. Три. И четвертый столбик с двумя накидами, зашли в петельку, с которой мы начинали вязать наш попкорн, и протянули. Одна воздушная петля и четвертый теперь у нас попкорн. Раз, два, три и четыре. Оставили петельку, опять вернулись в первую, подхватили петельку и протащили воздушная петля, и вывязываем последний, пятый попкорн из последней петельки над маленькой арочкой. Раз, два, три, и четыре. Оставили петельку, зашли над первым столбиком петельку, подхватили и протащили. Мы с вами связали первый наш большой вот такой вот пышный веер. На грубой нитке это, конечно, немножечко не так смотрится, лучше чтобы ниточка была потоньше. И теперь мы вяжем две воздушные петельки и вяжем столбик с накидом, один накид на крючок, вот в петельку между арочками. Опять 2 воздушные петельки, и мы переходим к повторению второго раппорта. Сейчас опять вот здесь вот над малой арочкой мы будем вывязывать 5 попкорнов. Вяжем это уже самостоятельно. Связали наш второй веер из попкорнов и опять провязываем 2 воздушные петельки, и в угловую петельку мы вяжем столбик с двумя накидами. Вот у нас уже есть третий ряд нашего узора. И теперь мы переходим к последнему, к четвертому ряду. Вяжем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Разворачиваемся.
И теперь у нас три воздушные петельки идут по узору. Перед веером, сразу же под арочку, мы вяжем столбик без накида. Теперь одна воздушная петля, и между попкорнами, вот здесь у нас была одна воздушная петелька, в эти арочки мы вяжем столбик без накида. Теперь мы вяжем опять одну воздушную петельку, и между следующими попкорнами мы провязываем столбик без накида. Одну воздушную петельку, и между попкорнами мы вяжем столбик без накида. Воздушная петелька, столбик без накида, и воздушная петелька, и последний столбик без накида идет за последним нашим попкорном. Теперь мы вяжем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Мы переходим к следующему раппорту. Мы снова перед первым попкорном пропускаем все вот это вот. И в следующей арочке мы вяжем столбик без накида. Воздушная петелька. В следующей между попкорнами мы вяжем столбик без накида. Воздушная петелька. Между следующим мы опять вяжем столбик без накида, воздушная петелька. Между следующим мы опять провязываем столбик без накида, воздушная петелька. Опять между попкорнами столбик без накида, воздушная петелька. И за последним попкорном мы вяжем столбик без накида. А теперь провязываем 3 воздушные петельки и столбик с двумя накидами вяжем в уголок нашего вязания. Ну вот мы с вами и закончили один раппорт в высоту нашего узора. Ну а далее все повторяется с первого ряда, и все это очень просто. Давайте попробуем это сделать. Вяжем одну воздушную петельку, разворачиваемся и в первую же петельку вяжем столбик без накида. Теперь провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И мы находим нашу арочку посередине, она будет у нас над третьим нашим попкорном, и вяжем в эту маленькую арочку пышный столбик на 3 накида. Провязали 3 воздушные петельки. Опять из этой же арочки мы провязываем опять пышный столбик. И вяжем опять 5 воздушных петель. Теперь под этой большой арочкой мы делаем столбик без накида. И опять вяжем 5 воздушных петель. Мы повторяем уже раппорт. И снова над третьей арочкой, вот здесь вот есть, вот она, наша махонькая арочка из одной воздушной петли, над третьим попкорном мы вяжем пышный столбик на 3 накида. Провязываем его 3 воздушные петельки, и из этой же арочки снова пышный столбик на 3 накида. Провязали его. И теперь опять провязываем 5 воздушных петель и заходим в арочку, вот эту вот, нашу угловую, провязываем столбик без накида.
мы с вами связали первый ряд второго повторения раппорта в высоту. И далее все продолжается ритмично, все как в первом раппорте. Переход я вам показала. Ну что ж, девочки, по моему мнению, получается очень симпатичный узор. Он необычный, одновременно он и рельефный, одновременно он и достаточно ажурный. Изнаночная сторона более гладкая у нас и выпуклая у нас идет. Вот наши выпуклые веера идут на лицевой стороне. Очень симпатичный узор, и я думаю, что он обязательно вам понравится. Вы сохраните его в своей копилочке вязания. И либо будете вязать то, что я предлагала, либо придумаете что-то свое. Ну, а я на сегодня с вами буду прощаться. До новых идей, до новых встреч. До свидания вам.